Приветствуем вас, наши дорогие друзья, наши зрители, на нашей программе «Субботняя школа с Заокским университетом». Мы практически уже в середине пути. Сегодня у нас 7-я тема, и мы продолжаем исследовать послание апостола Павла к Ефесской церкви. На самом деле, ни для кого не секрет, мы живем с вами в очень интересное время. Это непростые времена. Наш мир сегодня разобщен политическими противостояниями. Люди в большей или меньшей степени сегодня очень индивидуальны. Они претендуют на то, чтобы никто не переходил их границы. Они хотят, чтобы кто-то их переступал. И достаточно все мы с вами очень разные. Мы разные по происхождению страны. Мы разные иногда по цвету кожи, разные по гендерным признакам. И вот несмотря на все это, несмотря на всю вот эту разность, нас объединяет один Господь. Интересно, что немного ранее в этом же послании апостол Павел говорит о том, что все мы когда-то или бывшие некогда далеки стали близки через кровь Иисуса Христа. И вот этот библейский текст говорит о том, что единственным основанием для единства является Иисус. Интересно также отметить во вступлении перед этим уроком, что 4 глава, а мы сегодня с вами будем исследовать только первую половину 4 главы, она как раз является продолжением всего того, что было написано ранее. А ранее, в первых трех главах, Павел рассматривает великие вечные истины христианской веры и роль церкви в плане Божьем. И вот теперь Павел переходит к главному, чтобы показать, кем или чем должен быть каждый член церкви, чтобы исполнить свою задачу. И вот для этого мы будем с вами исследовать первые 16 текстов 4 главы. Наверняка все вы готовились хорошо, поэтому первый вопрос, который у меня возникает, вообще, каким способом сегодня может быть достигнуто единство? Вот согласно предложенным текстам, что может быть основанием для единства? Ну вот апостол Павел в 4 главе начинает со слова «умоляю вас, братья». То есть он обращается к нам с увещеванием, и вот в этом увещевании у него есть два основания, почему он умоляет и к чему он нас призывает. Он призывает нас поступать достойно и снисходить. Вот если мы вот эти два момента, на которые Павел здесь обращает внимание, будем в своей жизни практиковать, если мы будем снисходить друг к другу и будем стараться сохранить единство веры, то это будет. Ну, а Павел обращает внимание на то, что мы должны стараться, прилагать к этому старание, прилагать к этому усилия. Это непростой вопрос. Ну, здесь еще вот в новом переводе уже звучит, как «в глубоком смирении живите», в синодальном, как «смиренномудрие», да, и «будьте кротки и терпеливы». То есть не только будьте снисходительны, да, но еще отображает еще таких два важных качества, даже три, да, как смирение друг перед другом, да, кротость и терпение. А можем ли мы тогда сказать о том, что вот основанием для единства является взаимоотношение между людьми? Потому что на самом деле первое вот это качество, которое мы видим, это смирение. Вот я бы остановился на этом понятии и для наших зрителей, чтобы мы могли порассуждать об этом. Как вы вот это понимаете, смирение или смиренномудрие? Что это такое? Какое понятие вкладывает апостол Павел? Можем ли мы об этом поговорить? Что это значит? Ну, наверное, было бы правильно, если бы мы нашли этому слову антоним, так, а потом посмотрели, как это применяется, потому что дать какому-то абстрактному термину определение очень сложно. Нужно какие-то житейские ситуации искать. Вот в послании к филиппийцам, 2 глава, 3 текст, Павел говорит: «Ничего не делайте по любопрению и тщеславию». Угу. Вот мы находим антоним, вот мы находим альтернативную позицию, когда я тщеславный, когда я действую по любопрению. «Ничего не делайте по тщеславию, но по смиренномудрию». Что делаете? «Почитайте один другого высшим себя».
То есть мы можем сказать, что на самом деле смиренно-мудрый или смирение – это не что иное, как не когда мы сравним свою жизнь с чьей-либо жизнью, а когда мы начинаем прежде всего смотреть и сравнивать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. Потому что на самом деле в сегодняшнем современном мире мы привыкли смотреть вокруг себя. И когда мы смотрим вокруг себя, то мы считаем себя, да мы уже не такие плохие. Да, я там не пью, не курю, вот, налево не хожу. Все у меня в жизни хорошо, но как только мы начинаем взирать на Иисуса Христа, тогда стандарт совершенно другой, и вот это смиренно-мудрее. И вот как раз, когда мы начинаем смотреть на Иисуса, мы начинаем понимать, что не все в нашей жизни так прекрасно и радужно, как мы могли бы себе представлять. И вот это и есть смиренно-мудрее. А вот следующее качество, которое также здесь упоминает апостол Павел, он говорит: «Живите не только со смирением, но и будьте кротки». Вот это греческое слово, специалист у нас Андрей Николаевич, он, правда, по ветхому знал, парус, да? Да. Вот. Пайрус. Пайрус. Что вот это означает слово, если мы сегодня его рассмотрим? Вот как это будет понятно для наших зрителей? Что значит кроткий человек? Да, мы все прекрасно помним Моисея, о котором сам Господь сказал, что он был один из кратчайших людей. Ну что это такое? Здесь, вот если опять же идти к Моисею и пытаться абстрактное понятие каким-то житейским опытом охарактеризовать, то, конечно, мы должны идти к Моисею. Про Моисея сказано, что он был кратчайший, а то слово, которое там есть в языке оригинала, означает человек, у которого выя не была жестоковыйна, скажем так. То есть Господь очень часто израильский народ называет жестоковыйные, то есть те, у которых шея не сгинается, не могут пасть ниц и пережить вот этот опыт смирения, преклонения. А Моисей – это человек, у которого выя в постоянном согбенном состоянии. То есть это человек, который все время находится в состоянии вот примерно вот таком, если нарисовать ментальную картинку. То есть кроткий человек – это, наверное, развитие вот этой идеи «смиренный человек». Здесь они, скорее всего, пересекаются. Смирение, кротость, согбенность пред Богом, я бы так сказал. Тут как бы такое бытовое, наверное, представление о смирении – это человек, который никому не дает отпор, никого не критикует, не проявляет агрессию. Но если мы возьмем Моисея как эталон кротости и смирения, то в его биографии были довольно такие специфические моменты, когда он там египтянина предал смерти, да, или потом уже, когда народ выводил из Египта, тоже там вот, сказал: «Левиты, там берите ножи и всех, вот, кто поступал там, кланялся этому тельцу, давайте, вот их нужно наказать». То есть, как бы, как будто бытовое представление о смирении немножко не соответствует библейскому представлению. То есть смиренный человек иногда может постоять за истину, да, или как-то довольно жестко отреагировать. Но у нас какое-то такое вот понимание, что смиренный, он никогда ничего не скажет, никому ничего поперек не произнесет, и вот как-то будет всегда таким вот согбенным и слабым. Ну, смотрите, все-таки мы возвращаемся к понятию кротости, которое здесь и о котором упоминает Павел. Наверное, тоже один из самых интересных моментов, почему Моисей для нас является примером, это восстание Кореи. Вы помните, как он уговорил всех принцев и, в общем, там соблазнил этот народ. Интересно, что вот в чем проявляется кротость Моисея? Он не защищает сам себя. И кроме того, наверное, одно из самых важных качеств, которое проявляет здесь Моисей, он и кроткий. Вот на мой взгляд, кроткий – это человек, который умеет управлять своими инстинктами и эмоциями. Потому что все мы люди. У нас, когда нас обижают, когда нас нападают, у нас есть вот это желание, что сразу защититься, ответить. Мы такие можем быть колючими. А кротость как раз появляется в том, что мы управляем своими страстями, управляем своими инстинктами. И можно сказать, что это человек, которым управляет Бог. Вот как Андрей Николаевич говорит, человек смиренно и кротко склоняется и таким образом идет. Хорошо. И еще одно такая добродетель, которую здесь опять же апостол Павел рассматривает, это долготерпение. Тоже, это тоже относится к отношениям. То есть на самом деле мы видим, что Павел, говоря
о теле Христовом, о единстве, оно может возникать только тогда, когда мы проявляем смирение, когда мы проявляем кротость. И теперь во взаимоотношениях с людьми очень важно долготерпение. Еще одно значение. Вот что это за значение, долготерпение? Так. Долго терпеть. Ну, во всяком случае, когда мы читаем в Библии, встречаемся с этим тоже словом «долготерпение», которое, на мой взгляд, означает неопределенную черту, после которой уже происходит взрыв, да, а возможность принимать те невзгоды, переживания, которые есть, сносить, так скажем, их и мужественно как бы проживать с этим жизнь. Вот это слово «долго терпение». К терпению представлена приставка «долго», но еще можно приставку «макро» перевести как «много терпение». То есть человек, который не просто терпелив, а который очень много терпелив. Он не просто долго терпит, он много долго терпит. То есть это человек, который, ну, вот по совокупности всех этих качеств, я бы хотел ходить в такую церковь, где люди кротки, смиренные и благочестивые. Ну, с этим долготерпением тоже есть проблема, потому что, как, ну, есть же люди такие импульсивные, вспыльчивые, они долго не терпят, то есть они сразу там, ну, раздражаются или там высказывают свое недовольство. А есть люди, ну, как, более такие флегматичные, которые накапливают, долго терпят, а потом, да, как прорвет плотину, вот тут тоже, как бы, нужно иметь, наверное, уметь выражать свои эмоции негативные в каком-то конструктивном ключе. Но вот эти все качества, которые здесь есть, они необходимы для того, чтобы мы снисходили. То есть, чтобы мы выстраивали отношения внутри нашей церкви снисходя. Вот слово «снисходить» – это, может быть, оно и немножко негативно имеет подтекст. «Снисходить». То есть вот я снисходительно к кому-то отношусь. Здесь все-таки «снисходить» имеет позитивный аспект. То есть я стараюсь сохранить взаимоотношения, подавляя свои амбиции и свое тщеславие. Вот я бы так сказал. Да, и тут еще добавляет Павел, что «друг к другу в духе любви». Будьте снисходительны. Это уже четвертая добродетель такая, которая должна присутствовать, объединяет, да. То есть именно этим тоже достигается любовь. Ну, кстати, здесь тоже очень важно понять, что греки по-разному понимали слово «любовь». И вот здесь как раз это знаменитое «агапе», да, мы встречаем, чтобы нам никто не сделал. Мы всегда желаем этому человеку высшего блага. Это результат не столько чувств, сколько воли. И вот эти, интересно, что все вот эти четыре таких добродетели, они приводят нас к последнему, пятому пониманию, что происходит с человеком. То есть, когда человек смиренен, когда у него есть кротость, когда он долготерпелив, когда у него есть любовь, он не только сам приобретает в сердце, но и другим дарит вот это слово, которое мы встречаем здесь, очень важное. Смотрите, делайте все возможное, чтобы сохранять вам в каком? В мирном союзе то единство, что даруется Духом. То есть вот это слово «мир», последнее очень важное слово, третий текст, оно как раз вырабатывает вот эту пятую часть. И тогда, вы представляете, наши церкви, где все люди кротки, смиренны, долготерпеливы, и все друг друга любят. Это уже, по-моему, на небе, да? Да. Вот. Но, по крайней мере, Павел говорит, что мы к этому должны очень серьезно стремиться. Он в 13 стихе вообще страшные вещи говорит. Мы к этому еще придем. Придем, да. Итак, мы видим с вами, чтобы сохранить единство, оно достигается отношением. Это первое. Мы разобрали. Что еще помогает нам сохранить единство? Наверное, это размышление о божестве как примере для отношения в церкви. Мы же смотрим, и здесь как раз очень важно обратить внимание на 3, 6 и 13 текст. Давайте прочитаем 3, 6 и 13 текст. Они важны для нас. «Делайте все возможное, чтобы сохранять вам в мирном союзе то единство, что даруется Духом. Один Бог и Отец всех, который над всеми и действует через всех – и во всех.
пока не достигнем мы всеединства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова». То есть, смотрите, здесь апостол Павел как бы говорит нам о трех ипостасях Божества, которые присутствуют и которые помогают нам понять вот эту очень важную мысль единства тела. Здесь есть Дух Святой, здесь есть Бог Отец и здесь есть Сын. Еще одним объединяющим элементом спасения Христова, которым обустроена Церковь, это одна вера, одна надежда и одно крещение. Об этом говорит нам пятый текст. Ну и, конечно же, единство достигается с помощью духовных даров. И здесь они тоже упоминаются. Давайте прочитаем 11 текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Итак, у Павла есть задача показать, какими должны быть люди, которые созидают тело Христова. И он об этом говорит, что его же тело является церковью. Интересно, что когда Павел говорит о церкви, как о теле Христовом, возникает вопрос. А вот церковь, какую природу она имеет? Божественную или все-таки человеческую? Ну, скорее всего, божественное происхождение. Вот у нас урок называется «Единое тело Христово». И здесь мы видим, Павел тоже об этом говорит. То есть это не в том, что люди обожествляются в церкви, да, а в том, что Бог, присутствуя в людях, Он делает свой народ. И вот мы, когда читаем в этой 4 главе, там и 3 текст, и 6 стих, и вот мы читали там 11, везде используются слова, которые показывают, что Бог ведет, Он дает, Он это делает, то есть Он приводит нас к единству, то есть Его роль, она просто огромная, потому что он дает вот этому человеческому сообществу совершенно другое направление. Что примечательно, когда мы смотрим на 4 текст, сказано, что одно тело. То есть Павел говорит, стараясь сохранить единство Духа. И потом поясняет, в чем же это единство будет. В 7 вещах единство. То есть есть такой автор... Джеймс Данн, у него есть книга «Единство в многообразии». И он говорит, что раннехристианская церковь, она многообразна. Но при всем при этом многообразии кто-то больше склоняется к позиции Павла в отношении к язычникам, кто-то больше склоняется к позиции Иакова, праведника, брата Иисуса Христа, что нужно дистанцироваться. Христианская церковь первого века красива в многообразии, но при этом она должна быть едина. И вот в этом единстве, Павел говорит, одно тело, но и один дух. Во второй главе мы с вами читали в послании к Ефесянам, где сказано, что христианская церковь возрастает в святой храм. А храм не может быть пустым. Храм не может быть без духа. Если в храме есть божественная слава, то, что называется шехина, то там божественное присутствие. Это не просто камни, это не просто строение, но это место обитания Духа, коим представлена слава. И вот когда Павел говорит о том, что мы храм, мы тело, если в этом теле нет Духа, если в человеческом начале нет божественного начала, отсутствует Святой Дух, то тогда, используя язык 2 главы, церковь не возрастает, храм не растет, храм не является храмом. А храм без духа – это мерзость запустения. Угу. Вот интересно, вот, где границы многообразия или разнообразия? То есть все равно есть какой-то предел. Да? То есть, так, если мы не поставим границы многообразия или разнообразия, то не будет четких пределов, можно от одной религии к другой перейти тогда. Это же все-таки есть предел многообразия, все равно где-то есть. Вот это хороший момент. Я вспомнил, помните, когда мы читаем Тараса Бульбу, как принимали людей на Запорожскую сечь? Исповедуешь православную веру? Исповедую. Перекрестись. Перекрестился. Все, годен. То есть ты уже можешь быть частью этого сообщества. Вот здесь
при всем многообразии, Павел выделяет всего 7 моментов, которые могли служить объединяющим началом. То есть Отец, Сын, Дух Святой, исповедуешь ли? Исповедую. Исповедуешь христианскую веру? Исповедую. Исповедуешь христианскую надежду? Исповедую. Да. Крещение исповедуешь? Исповедую. То есть вот этот минимум, это есть та база, которая позволяет объединить христианскую церковь при всем многообразии, которое есть. Если мы от чего-то из этого семичастного минимума отказываемся, мы отказываемся от фундаментальных вещей. Но если этот минимум семичастный мы исповедуем, мы уже можем сохранить единство. Ну, все-таки говоря, я думаю, это очень важный момент вот о церкви. Божественная природа, человеческая природа, потому что очень много споров тоже по этому поводу происходит. Вот это же не новая тема. Еще в первой главе тоже апостол Павел упоминает об этом. И вот в 22 тексте он говорит, что церковь – это тело Христово. Кстати, здесь очень ясно видно, что он не имеет в виду, что сама церковь имеет божественную природу. В спасительном замысле, если мы смотрим, то это Бог воплотился, а не человек обожествился. И это очень важно понимать. И не люди стали богами. Церковь – это тело Христово в том смысле, что это новое спасенное человечество, созданное воплотившимся Христом. И вот это новое человечество, созданное, спасенное, руководимое Христом, Его Создателем, Спасителем и Господом, оно как раз и создано для того, чтобы выполнить ту задачу, ради которой вообще и существует Церковь. Ну, и вот теперь мы подошли, наверное, к самому главному вопросу, а это и наш памятный текст как раз. Вот это единое тело Христово. Для чего нужно вообще единство? И вот здесь как раз вторая половина нашего памятного текста. 11 мы уже читали текст. Давайте прочитаем 12 текст. Для чего вот это единство нужно? К совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова, говорит синодальный перевод, но хорошо было бы сравнить с Михаилом Петровичем. Да, вот смотрите, да, как здесь написано, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова. Можно я прочитаю несколько альтернативных переводов с английского? Отлично. То есть там вот к совершению святых большинство английских переводов интерпретирует эту фразу как «для того, чтобы экипировать святых». То есть святые нуждаются в определенной экипировке, они нуждаются в определенном одеянии. Далее мы будем говорить с вами, что есть метафора одежд, есть метафора брони, есть метафора одежды воина. Вот здесь английские переводы подчеркивают, что христианину необходима экипировка для того, чтобы совершать служение. Все это необходимо для того, чтобы наделить церковь разными инструментами. То есть приготовление, как вот наш перевод, да, новый, полностью приготовить Божий народ, это как раз экипировать его. Экипировать, да? Различными инструментами. И мне кажется, что здесь есть очень сильная связь с 7 стихом и с 10 стихом. Ну-ка. В 7 стихе сказано: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». То есть Христос дает свой дар каждому. То есть благодать в целом распространяется на всех. Но ее частное выражение состоит в том, что каждый христианин наделяется своим даром. И когда происходит цитирование «вошел на небеса», Павел делает вывод в 10 стихе: «Несшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Чем наполнить? Вот этими всеми дарами. Потому что сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». То есть благодать в целом для всех, а дар индивидуально для каждого христианина. И получается, что так как я даровит в любом случае, потому что я под благодатью, если я принимаю благодать, я не могу быть недаровит, чем-то я обязательно благословен, и если у меня есть дар, значит, я экипирован. Значит, я могу совершать служение для созидания тела Христова. То есть вот эта метафора строения, она опять здесь употребляется. Я должен строить божественный храм. Я не могу оставаться в пассивном состоянии. Мне дали молоток, или мне дали кувалду, или мне дали стамеску. Я обязан ей работать, потому что мне ее дали, чтобы я не имел ее, а пользовался ею. Да, еще тут, мне кажется,
важна идея, когда люди работают вместе. Это синергия, командный дух, то есть результат двоих человек, работающих по отдельности, это 1 плюс 1 – 2, а если они работают вместе, то это тройка получается. То есть эффективность работы вместе, она гораздо выше, чем когда люди разрозненно работают или разрозненно по отдельности какие-то осуществляют проекты. Мне кажется, что вот это единение дает нам возможность более продуктивно трудиться. То есть, когда мы вместе, когда мы единомышленно что-то делаем, очевидно, результат будет больше, чем когда мы по отдельности что-то делаем. Да, вот как раз вот это многообразие церкви, оно вот здесь работает в положительную сторону, да, не к противопоставлению, а проявляя вот эти качества смирения, кротости, любви, терпения, это начинает работать совершенно в другом направлении для роста, для созидания церкви, действительно. А вот на самом деле мы видим, что для апостола Павла вот это понятие единства, вот это учение, которое он развивает здесь, учение о единстве церкви, оно очень важно, и если вы заметили, апостол не устраивает это единство по образцу там, административного, политического там, или экономического, или военного единства Римской империи, или какого-нибудь другого человеческого института. Павел видит корень единства церкви в самой природе триединого Бога. И фактически послание к Ефесянам наполнено упоминанием ипостаси божества, в которых раскрывается такое грандиозное видение Павла о всех трех ипостасях божества, действующих в спасительном замысле и в созидании церкви. И это на самом деле то же самое, что уже раскрывается еще в первой главе. Павел описывает ипостаси божества, действующие для нашего спасения. Вот такой вопрос. Здесь, в 4 главе, это все упоминается. Вот как описание трех ипостасей божества помогает нам лучше понять единство церкви? В нашем документе, который у нас называется «В начале было слово», очень четко проговаривается функция каждой личности в Троице. Отец является, можно сказать, руководителем, Христос является исполнителем, а Дух Святой является тем, который поддерживает то, что было сделано, и продолжает развитие этого всего. То есть здесь тоже имеет место какой-то бизнес-процесс. То есть замысел, есть реализация, есть развитие этого всего. И применительно к церкви Троица немыслима как что-то каждое индивидуальное. Оно мыслится как единое. Только вот в этом совместном единстве, в совместном действии, в содействии мы можем и говорить. То есть Троицу не надо понимать как три разных отдельно существующих. Это тим. Это команда. Они работают вместе, и нужно понимать Троицу в их действиях, не в их природе, а в том, что они делают. И когда мы смотрим на идеал, который рисует нам апостол Павел, он говорит, вот с чем можно сравнить церковь в конечном-то итоге? Церковь нельзя сравнить, и не хотелось бы сравнивать с мальчиком, младенцем, как он говорит в середине послания, в 4 главе. Церковь надо сравнивать с мужем. С каким мужем? Со зрелым мужем. Какого возраста? Возраста, когда он вошел в полную силу. И вот если ты видишь мужчину, там, 35 лет, который достиг определенного уровня профессионализма, до определенного уровня экспертности в своей профессии, при этом он здоров, он интересен как личность, вот это, он говорит, такой должна быть церковь. Вот к этому мы должны стремиться. Где все играет, простите за сравнение, мышцами и интеллектом. Но во второй, в третьей главе уже Павел там как раз как бы обрисовывает эту ситуацию взаимодействия. Он говорит, что это святой храм Отца, да, который созидается на Иисусе Христе и в то же самое время устрояется Духом Божьим. То есть в третьей главе он потом тоже вот эти идеи продолжает, что это тайна Христова, да, которая открывается Духом. То есть, иначе говоря, вот это взаимодействие, о котором мы говорим, оно постоянно осуществляется. И Павел об этом вот уже в предыдущих главах говорит нам.
На самом деле, вот в 4 главе Павел доводит до апогея свое грандиозное размышление об учении о церкви, созданной и объединенной Богом и в Боге. И Павел заявляет, что единство церкви – это, по сути дела, единство в духе. И вот третий текст как раз это подчеркивает. И вот если для нас сегодня, для современных людей, мы, как я уже сказал в самом начале, абсолютно разные. По социальному статусу, который этот мир определил, да, там, по образованию. То есть мир определенные правила построил, мы разные. Единственное, что нас объединяет, мы все дети Божьи. И вот единственное, что может нас объединить реально, это Дух. Это Дух Божий. Вот в Духе мы становимся едиными. И это то как раз, это есть вот этот апогей, как мы абсолютно разными можем становиться вот такими зрелыми, как вы говорите, Андрей Николаевич. Можно, да? Можно здесь еще добавить, Борис Иванович? Вот апостол приглашает нас к призванию, поступать достойно звания в синодальном переводе, я бы перевел «достойно призвания». Так устроена христианская церковь, что в этом организме живом, динамичном, каждый из нас имеет призвание. Кто-то апостол, кто-то пророк, кто-то учитель, кто-то евангелист. Но есть призвание. И вот мне кажется, что если я знаю свое призвание, свой дар, и я верен этому призванию, и каждый из нас верен этому призванию, то я, как клетка организма Христова, выполняю то, что должно мне выполнять. Если использовать язык апостола Павла, при действии в свою меру каждого члена. Это 16 текст. При действии каждой клетки в соответствии с тем замыслом, в соответствии с тем призванием, которому был призван. Если мы куда-то уклоняемся, если мы начинаем быть движимы своими амбициями или тщеславием, или любостяжанием, то уже организм начинает работать не в соответствии с божественным замыслом. Ну и давайте закончим, прочитав 14, 15 и 16 тексты. Они тоже очень важны, потому что они тоже помогают нам кое-что понять о единстве тела Христова. «Не можем мы более оставаться детьми беззащитными перед ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совращают заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе любви. Будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он – глава, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждой из его частей, тесно соединяемых, скрепляемых между собой посредством всех поддерживающих связей, оно растет и созидается в любви». Вот на самом деле, и тема урока у нас, да, единство в тело Христова, оно как раз помогает понять, для чего это единство нужно. И вот эти три текста как раз, они помогают нам понять суть всего. То есть для чего нужно единство? Для чего Господь наделяет нас различными дарами? Для чего таких разных Он объединяет? Единственное для чего, что здесь очень четко об этом сказано – возвещать истину. То есть церковь или тело Христово на этой земле существует для одной единственной цели. Не самих себя уточнять, не самих себя растить, а для того, чтобы возвещать истину. Проповедовать сегодня мы говорим Евангелие. Это то, ради чего вообще создана церковь, и то, что может ее сегодня спасти от разложения в этом мире. Как только церковь перестает выполнять свою функцию, то она перестает быть вот, вот этим организмом, вот этим телом Христовым, потому что Дух как раз, он и послан сюда для того, чтобы напомнить, чтобы, как помните, в Евангелии придет и напомнит что? Обо мне, да, о том, что о суде. То есть это проповедь Евангелия, это истина, которая открывается во Христе Иисусе. Вот интересно, что здесь в новом переводе написано «будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу». Вот после того, как он говорит, да, что возвещать истину в духе в любви. И вот посредством этого мы растем. Мы сами духовно растем и уподобляемся Иисусу, когда мы делимся с другими вот этой вестью. Это очень ценная мысль, потому что даже вот я вспоминаю свой личный опыт, когда я пришел к Богу, то на самом деле я стал быстрее гораздо расти духовно, когда стал другому
преподавать библейский урок. И поэтому очень важно, если наши зрители и исследователи субботней школы действительно хотят быстрее возрастать в Боге, то важно не только самому ежедневно исследовать Священное Писание, но и молиться, но и начинать возвещать или с кем-то, найти какого-то человека и предложить ему изучать урок вместе. Потому что тебе человек будет задавать вопросы, и ты начнешь в связи с этим больше и глубже исследовать Священное Писание, и твой духовный рост будет гораздо быстрее и качественнее. Вот как раз об этом и 15 текст и говорит. То есть Павел говорит, чтобы мы не были младенцами, но чтобы возрастали. Возрастали, говоря истину в любви. То есть, если мы истину говорим, это тот самый инструмент, это лекарство. То есть, получается, на основании 14 стиха, что организм, церковь как организм, не является стерильным. Там есть микробы. Кто такие микробы? Это вот всякие увлекающиеся ветром учения, которые пытающиеся увести в сторону. Значит, нужны такие специальные тельца в церкви, которые все эти микробы будут поедать и сохранять организм в здоровом состоянии. Как это можно поедать? А у апостола четкий ответ – говоря истину. Если мы говорим истину, если мы учим истине, если мы популяризируем истину, мы вот тем самым поглощаем вот те микробы, которые отравляют здоровье организма. И вот интересно, что он говорит, что в этом мы уподобляемся Христу. То есть вот наше уподобление Христу не только в том, чтобы приобретать определенные черты характера, но и в том, чтобы мы могли возвещать эту весть, проповедовать истину. Ну что, я думаю, мы с вами неплохо разобрали сегодняшнюю нашу тему. Может быть, не до конца успели на какие-то аспекты сделать акцент сегодняшней темы. Но в любом случае, я думаю, что нашим зрителям будет понятно, что если мы сегодня хотим оставаться едиными в теле Христовом, нам нужно проявлять смирение, кротость, долготерпение, иметь любовь к другим людям и не только мир в своем сердце, но и дарить мир окружавшим нас людям. Но и самое главное, если вы действительно хотите возрастать в Иисусе Христе, начинайте делиться Словом Божьим. А сегодня, когда у нас есть школа Библии, начинайте делиться изучением Священного Писания со своими друзьями и знакомыми. Оставайтесь с нами. До следующих встреч!